Буэнос диэс, братва. Ядерный рассвет снова заряд ваши экраны, это значит, что мы продолжаем шароебиться по пустоши. И это Fallout New Vegas. Сажайте жопу поудобнее. О, бухлишка как раз. Я протрезвил. Хуево. Хлебнуть. Так, метка мигает все чаще, значит. Блять, надо все-таки свыкнуться с управлением. Ни в одной другой игре я такого не встречал. Бля, как-то быстро бухлявски отпускают. А там какая-то хуйня летает. О! Хуя его размотала. Напомню, что у нас есть перк с копидом, поэтому надо пиздить усё, что плохо лежит. Я его размотала. На всякий случай. Так, где-то еще один ходит. А, вон он. Сука, спрятался. Готово. О, яйко. Так, чё... Опа, чё-то спиздить есть. Крышки. Так, а чё? Так. Ну, поехали. Коллинг. Блять, я как-то помню, это делалось. Как-то очень по-хитрому они ломались. Был какой-то вот глюк-бак, или называйте как хотите. Дайте погуглю. Сучара. Не хочет. А, это я немножко мудачелла. Ну, бывает. Надо было заглушки поискать.
Я же просто забыл половину, блядь, не поверите. Я когда еще Fallout New Vegas играл, да и то, честно вам скажу, я его только вот на самое начало где-то тут покрутился, и все, я ни терминала не обращал внимания. Ну, заперто и заперто, найду пароль, вернусь, так и не вернулся, ептать. Это и сейчас я, как говорится, вознамерился сделать все красиво и серьезно. Нахуй я туда иду. О, халапенисы. Пиздата. Это мы любим. Так, дай-ка в инвент посмотрю. На утро им будет жарко. Хорош, пережжу два раза. Так. Надеюсь, самого Виктора дома нету. Толсторог. Так, где эта ебаная хуйня? Блять, для дробовичка патроны и так драгоценные. О, замигало чаще. Где-то, это где-то здесь. Мы, кажется, на месте. Так, вот вопрос в том, что мы, собственно, ищем. Корин Зандер. Он должен быть где-то здесь. Но только где он, падла? Это что ли? Так. Ну, значит, пошли к Санне. Тетя Сань, я иду. О, Сиги. Эд, заебись, Эд, мы любим. Да ебаные это помидоры, а. Какая осень в лагерях. То есть оно еще работает, но из-за ипса, типа того, что... Так, это геккончики.
Так, замигало, ебнутый пингвин. Так, надо аккуратненько сползти, так, чтобы не наебнуться. О, а вот у блоховозка из прошлой серии. Let me see what you got. All right now. Go on. Hey, that's not bad, see? Sometimes it won't be a camp important thing. Well, I'm heading back. Hey, do me a favor. True. She'd be cross. Ну и окей. Короче, нас ожидает кач. Мы пока еще слабоваты для таких дел. Так, что у нас там? Ой, снаряга. Ой. Так, выносливость маленькая, блядь. Ой. Что если теперь попробовать поколдовать? У меня от выживания до 21 поднялось. Сука, как громкая. Так, что у нас по квестам? Так, у костра отправляйтесь к Труде в салон. Да, лучше пока сходим в салон, потому что я говорю, что DLC мы оставим под конец, когда пройдем сюжетку. Надеюсь, игра мне это позволит. Напомню, что мы, чтобы получить буст, мне надо поднимать все, что плохо лежит. Угу, значит, книжки штука временная. А, так тоже можно. Пиздасенько.
Howdy. Was a prospector until I decided to settle here to get away. The one in the fancy suits. Word of advice, though. Nah. Way I see it. Nope. Had a pretty good Don't get me wrong. The end. Towns like Good Springs and Prim don't stay. They're slavers. A couple of years ago, they tried to take. The Legion's got its strength back. We've been hearing stories about legionaries on. The dam powers a lot of New Vegas, and then there's all. Meat and hide mostly. Can find a bunch of wild ones high up. The machine? Harmless, no matter what Trudy's. Keep your gun. Да это я уже знаю, что иногда туда зверьё забегает. Вуф. Сорала. If you don't hand Ringo over soon. Well, you've been causing quite. Looks like our little. About a week ago, this traitor, Ringo. We figured he was just. Cobb hasn't exactly been looking for Ringo too hard. You mean murder him? That's not our way. Some of the others, like Sonny. Personally, I hope he sneaks out of town one night and. Chain gangs, really. The NCR brought. Problem is, it turns out that given was a big escape not too long ago. If you were able to get Ringo out of this mess, you'd have. Of course, helping Ringo would also make the powder. Don't know why you'd want to do a thing like that. Yeah. He's a convict, just without the chains. Said his name was. It was here when I took over the saloon set. Not much, other than they're a bunch of freeloaders. Of course, one of the great cons did knock my. They were having some kind of argument about it, but sounded like they came in from the north through Quarry Junction. That whole area. Merchants avoid that whole stretch of I-50. I didn't hear. Fellow wants to get there and avoid the 15? Sure, the outside looks. There'd be caps. Mostly traders looking to buy bighorn or meat and hides. Most travelers heading south on the I-15 just. There's always something interesting going. The New California Republic's got the most. They do what they. I'm pretty sure the NCR wants. The Legion are a bunch of. Slavers, killers, and all. The rumor is that the Legion is far larger than the NCR. Надо все сливать. Another satisfied customer. Be careful. Feeling thirsty? I can take care of that.
Ладно, я поскакал, наверное. If you're looking for supplies, Chet over at the general store can help you out. Hey. Жалко, не могу вот этими штуками пользоваться. Так, ну-ка, что у нас там по квестам дальше? Предложить Ринга помощь. Ну, пойдем. Единственное, что мы, знаете, что сделаем? А, не, все, ок. Пошли. Ах ты ж, ёптать, меня воткнуло. Нифига себе приперло, аж за шиворот насрал. Так, надо подождать, пока эта бабёха перестанет меня палить. Уиц. На заправке, говорит, схавался. Ну, давайте посмотрим, что к чему. Я же здесь уже был вроде. Только на саму станцию не заползал. О! Рожа. That's close enough. Sorry about... We got off to... Yeah. I'll have a much bigger problem. I'm gonna lay low for as long... We just... I was thinking of myself. Start with Sunny Smith. Ну окей. Бухло. So what's going on? Oh. Ещё бухло. Ещё бухло. Скипидар. Блять, опять к тете Сане надо будет идти. Кекс. If you're looking for supplies, Chet over at the general store can help you out. Даже слова не сказал, пидюк. Hi there. Sticking around Good Springs for a while longer? Same. Just like that. I have a feeling that I'm... Joe Cobb talks about leaving us alone if we hand over... However, between you, me, and Ringo, we... If you could convince... I know Easy Pete's got a stock of dynamite somewhere. Finally, there's a good chance we'll all end up... A silver tongue would help. I don't think give is in Chet's vocabulary. I don't know. Easy Pete's pretty.
Not in Good Springs. Most of what's in there is junk. If you want to take a shot. If the lock's too much, you'll need those to pick the lock. Always. Sure can. Take the road south. NCR patrols do a good job of keeping. Off the road, you'll probably start. I hunt geckos most. I also help keep the town clear of rats. If you. I wouldn't head that direction if I were you, though. The new Cal. They can be right pushy, but not that. Around here, the geckos aren't. Stick to the roads when you can. Так, что у нас там по квестам получается? Фу, забей, пита нету. Бля, в дробаше только 8 патронов осталось. Ебись, ты провались, а. Он толсторож. Ой, прости, чувак. Я тебя разбудил. Too dangerous. Too dangerous. Sorry. Yep. Так. Так, это не прокатило. Вычеркиваем. Тебя разбудить. So you're planning on taking on Joe Cobb's game. All the Так, 14 очков, говоришь? Опа. Выберите одну. Извини, но мне придется тебя еще раз поднять. Feeling thirsty? I can take care of that. А, 25. Сорян. Ой. Перепутал шкаф с дверью. Пиздец. Сука самоходная. Так. Что теперь делать?
Как актусы. Так, попробуй, что ли, че-то покошмарит. А ты кто такой? Эйда. Правый Эйда. Так, что надо сделать? Медпрепарат у Дока. А он сам шляется. Welcome back. I... Seems like... Oh, I'm not... If you're... That'd be Victor. A curious fella. He's real friendly. He keeps to himself most. I didn't see him or your best bet. Ну ладно, док, я попиздил. Так, доктора мне удалось убедить. Охуенно. Долбоёб, ты где? Подъём нахуй. So what's going on? Did Sonny... Well, I guess... All right. Time to look alive. The Powder Gangers are here to play. At least say... Ух! I'll be set up... Так, ну чё, чуваки, сначала сейф. А потом можно идти устраивать гэнг-бэнг. Хули гав, блядь. Ночной гэнг-бэнг. Ну и где? Так, меняем ствол. Ой. Ух, нихуя! Презренный. Ух, нихуя. Ой, лубом схватил, не вышло.
Чемоданчики. Так, а что я поднял? Ох, нихуя! Да я еще теперь могу, как говорится, пиздить все, что хочу? Навыки. Скрытность, стольник. Так, что у нас там дальше по квестам? Так, это что же получается? Короче, некоторое бродилово. Я не знаю, что я надыбал, но это будет очень интересно. Хых, кек и все такое. Здесь мы под конец серии сохраняемся. Ну и что я имею сказать? Спасибо всем, кто присутствовал. У вас, как обычно, Лукас, пиписька. И до свидания. Адьос, братва. До следующей серии.